Первыми обратили внимание на неухоженность пруда местные рыбаки. Именно они инициировали всю акцию. Они считают, что этот водоем является визитной карточкой города. Набрать 150 волонтеров для проведения субботника оказалось задачей выполнимой. На помощь пришли социальные сети. Посоветовались у себя в группе в рыболовных войсках с ребятами и решили просто-напросто почистить этот пруд по зову, так сказать, который кинули в интернете. Собрались, значит, здесь рыбаки, подводные охотники. Просто люди. Для каждого здесь нашлась работа. Женщины, дети и мужчины без резиновых сапог по мере сил и возможности убирали мусор, коряги, а также принимали добычу водолазов, которые обследовали и очищали дно. В роли водолазов в этот день выступали члены Димитровградского общества подводных охотников. По их словам, водоем находится в опасном состоянии. Очень сильно водоем заилен, особенно под мостом находится очень много всяких металлических предметов и старые покрышки. То есть люди кидают, мусорят, не задумываются. Просто о том, где сами же отдыхают. За 8 часов собрали столько мусора, что все еле уместилось в двух КАМАЗах. По словам организаторов, даже такого объема недостаточно. Они планируют в ближайшее время продолжить благоустройство территории. Кемрад Кичимайкин, Виталий Немов. Наше время.